Здравствуйте, меня зовут Юрий, я живу в Иркутской области, и сейчас я вам покажу свою тестовую тренировку. Серьезно, я начал заниматься около года назад, когда мы с женой начали ходить в спортзал. Но быстро разочаровались в инструкторах, которые навязывали нам свою технику выполнения упражнений, а именно в рывковой манере и никакой негативной фазы. Из первых же занятий неадекватно увеличивали веса настолько, что выполнять движение правильно было невозможно даже в тренажерах. Тогда мы решили, что лучше приобрести себе тренажер и заниматься дома, что мы и сделали. Дополнительно купили турник-брусья, которые используем вместо стоек для штанги. Благо, до заявленных производителем максимальных 150 кг нагрузки нам еще расти и расти. Хочу выразить свою признательность Егору за его статьи и видео, благодаря которым наши тренировки стали более правильными и продуктивными, а также за много дополнительной информации по корректировке техники, разминкам и профилактике травм, что не часто встретишь у других блогеров по данной теме. Перед началом тренировки я сделал разминку, затем 5 минут позанимался на велотренажере и приступил к приседаниям. Первый подход был с пустым грифом на 10 повторений. Во втором подходе было 5 повторений с 50% весом моего тела, который составляет 65 кг. И, соответственно, на 5 повторов я сделал с весом на штанге 35 кг. Следующий подход был на 3 повторения 75% веса моего тела, 50 кг. И последний разминочный был на 1 повторение 90% веса, 60 кг. При выполнении жима лежа первый разминочный также был с пустым грифом. Второй подход 5 повторений с 35 кг. Следующий подход 50 кг на 3 повторения. И заключительный разминочный с весом 60 кг на 1 повторение. Этот тестовый подход я делаю с весом на штанге равным моему собственному, именно 65 кг. Перед выполнением подтягиваний я выполняю разминочный подход, тяга верхнего блока груди. Вот непосредственно сами подтягивания на перекладине.
перед отжиманиями на брусьях я также выполняю один разминочный подход на тренажере. Ну и в заключение желаю всем удачи в жизни и успехов в спортзале.